Всем привет! Продолжаем бродить по моему городку, Санкт-Петербургу, Зверинская, дом 4, доходный дом Нечаевой. Архитекторы Мульханов, год постройки 1901, стиль эклектика. Доходный дом Нечаевой, 1901 год, техник Мульханов Павел Михайлович. В 1914-1930 годах здесь жил биолог и генетик Филипченко. С 1913 года читал в университете первый в России курс лекций по генетике. В 1910 годы жил профессор университета Воейков, основатель отечественной климатологии, русский метеоролог, климатолог и географ. Создатель сельскохозяйственной метеорологии, активный пропагандист вегетарианства. Адресная книга 1893 года называет владелицей Наталью Николаевну Нечаеву, проживающую по Большому 7. И по тому же адресу у нее торговля осветительными материалами. Как становится ясно из дальнейшего, у нее свечная торговля. Ее называют то купчихой, то видовой купца. В 1916-1917 годах называют владелицей дома 4 по Зверинской Елизавету Уэрна Эдфондер Брюгена. Ну, такие данные я нашел на сайте City Walls по дому номер 4, Зверинская улица, Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания.